В Казахстане пилотный проект школы для будущих приемных родителей становится все популярнее. Ученики все примерные, ведь это мамы и папы, которые готовятся усыновить ребенка из детского дома. Как сдать экзамен на лучшего родителя, узнавала Динара Бектурова. Здесь нет двоечников и хорошистов, потому как взаимопонимание с ребенком не может быть меньше, чем на 5. Люди, обращающиеся в школы для приемных родителей, понимают, просто усыновить мало. Нужно научиться доверять, любить и понимать. Много причин, когда хотят взять в семью наших детей. Первое – это решить какие-то материальные проблемы, решить семейные проблемы или просто, как сказать, решить проблему одиночества. В этих случаях мы очень тщательно смотрим семью, смотрим, тщательно расспрашиваем биографию семьи. Прежде чем усыновить ребенка, приемные мамы и папы должны пройти специальный тест или по-другому экзамен на прочность. Для того, чтобы помочь родителям справиться с новыми обязанностями, в стране появились школы для приемных родителей. Сейчас их насчитывается 117. В школах приемных родителей проходят семинары, тренинги, обучающие курсы, чтобы объяснить потенциальным кандидатам, усыновителям и опекунам, какие последствия приведет те или иные случаи, помощь оказания в правовой форме. В школе будущих родителей учат все делать вместе с ребенком. И наводить порядок в доме, и делать домашние задания, и кататься на коньках, и даже готовить кушать. Специалисты уверены, ничто так не объединяет, как совместный труд. Иногда родители рисуют розовую мечту, что вот он взял ребенка, и все будет у него хорошо, осчастливил его, но не тут-то было. Мы их знакомим с механизмами адаптации ребенка, депривационного ребенка в семье. То есть наши дети особенные дети. Они действительно уже нарисовали себе идеальный образ семьи. Но иногда он не совпадает. Он начинает становиться непослушным. Он становится начинает дерзить. Тем временем в стране насчитывается около 10 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. И каждый из них под бой курантов загадывает единственное желание – обрести в новом году свою семью. Динара Бектурова, Умербек Изимов, Астана.